Всем привет, ребята, надеюсь, меня слышно, потому что за кадром там убирают... Потому что там за кадром убирают листья ветродуйкой, я ее так называю. Короче, всем привет, с вами снова я. Сегодня мы будем делать поделки из тыквы, точнее, вы знаете какую, потому что сегодня Хэллоуин. Всех поздравляю, хоть уже вы смотрите, наверное, это вечером или 1 ноября, но 1 ноября, кстати, тоже празднуется Хэллоуин. Еще вот в этот день, как бы с 31 на 1, как и Новый год, в принципе. Вот, так и Хэллоуин. Поэтому сегодня мы делаем поделки, сегодня у нас такой типа DIY, может быть, наверное, так его можно назвать. И сейчас мы все вам расскажем. Здарова, скрытнейшие голы! Сейчас мы вам все расскажем. У нас есть две тыквы, мы сегодня их купили, как раз таки, да, сегодня, перед съемком, перед съемкой. Мы сейчас будем рисовать мордочки вот этими вот фломастерами. У него синий, а у меня коричневый. Я уже цвета забыл, потому что сбили, блин, все. У нас есть такой нож. У меня вот такой. Да уж. И я взял еще ложку для того, чтобы выковыривать все внутренности тыквы, да. И мы начинаем. Так. Начинаем. Я просто рад украшать. Все, у меня все готово. Серёг, глянь на эту мордашку. Сейчас, подожди. А что-то надо хоть сначала глаза, потом нос, потом вот надо делать. Ну, вообще-то носа нету. Вот так, снизу, вот так. Надо вот так делать. А ты, Кирюх, у тебя вампир, да? Все. Кирюх, как тебе? Нормально, прикольно. Так, тебе надо пушку отрезать. В принципе, у меня вот получилось, вам, наверное, не видно, потому что мы вдалеке, а вот я приблизить не могу. Сфоткаем. Мы потом сфоткаем и покажем здесь, кстати, вот на экране где-то здесь высветится. Вот, сейчас мы будем вырезать, поэтому да, давайте начнем. Давайте начнем вытаскивать все из этого самого, а потом уже вырезать глаза и рот. Я нож, походу, сломал. Да? Ну что, порезался? Да, нет дырка. Это не так уж и просто, как бы, понимаете, да? Ну давай потом, а. Это Алексей Таллинский. Главное мне нож нафиг не сломать. Наконец-то, 3 года не прошло. Короче, ребята, короче, это капец. Наконец-то. A few moments later. Мы найдем как-нибудь способ, как переделать эту тыкву. Короче, сегодня сейчас мы будем вырезать глаза. У меня получилось вырезать первый глаз. Теперь остался второй. А что мне кажется? Кирилл, вот я сейчас растила, сниму, буду ручной снимать. А вы что?
гляньте, лепотища такая. Стой. Я еще не знаю. Лепотища. Ребята, всем привет еще раз, и мы сделали эту тыкву. Вам, наверное, сейчас показалось, что мы ее нифига не сделали, но мы ее сделали. Да, смотрите. Нет. Это открыть можно? Нет. Вот. Такая тыква. Вот такая тыква у нас получилась. Сейчас мы будем делать свечку, в нее поставим свечку, и будет красиво. А потом мы ее отнесем, конечно же, в наш парк живых и мертвых, где мы обычно снимаем видео. Всем привет, и, короче, мы сейчас будем зажигать тыкву. Точнее, не тыкву зажигать, а зажигать свечку. Алексей Таринский, поздоровайтесь. Всем привет. Оператор скрытный сейчас еще готовится, поэтому показывать мы его не будем. Сначала мы зажжем мою свечку. Мою. Вот оператор скрытный. Вот. А кто ее будет? Ты. Окей. Бляха-муха. Вот здесь, конечно, минус везде. А у меня есть идея получше. А как ты ее ставить собираешься? Как-нибудь. Давай я попробую. Все, подожди. Стой. Оператор скрытного зажигает, только ничего не получается пока что. Но почти было. Ща. О! Там еще ближе. Я! Не, здесь зажигалка тяжело будет. А друг, дай спички? Сейчас. По-братски. О! Давайте закроем. Можно я? Закрываем. Пожалуйста. Вот мы зажгли. Вот со спичками будет намного легче. Вот мы зажгли. Вот там вот свечка горит. Ой-ой-ой. Бляха, муха сломалась. Ха. Раз, два. Все. Закрывай, закрывай, закрывай. Тогда ее сейчас на этот край поставим, можно? Да, давай. Всем, ну это уже конец, как-то сказать уже. А голосует сейчас Алексей. Я буду делать выбор, у кого же получилось красивее. Итак, давайте сначала посмотрим. Ну тогда начнем с твоей. Что мы видим? Глаза, как у American Boys. Ладно, как в сериалах американских там про Хэллоуин. Свечку есть один минус. Плохо видно свет. А крышка, вот здесь вот плюс, она очень хорошо сливается с самой тыквой. Поэтому я ставлю 8 из 10. Пойдемте дальше. Теперь здесь мы видим огонь очень хорошо. Большие глаза. Здесь может свет здесь даже поменьше, чтобы огонь был виден. Ну, как хочешь. Даже добавил зубик. Здесь же надрез такой себе, да. Итак, я сейчас в уме себе ставлю. Итак, сейчас вот интрига. Ты так понимаешь, это за оператора спутного? Если так, это за Кирилла. Ничья! У вас у обоих красивая тыква. Я не знаю, здесь, вот я не знаю, сами напишите в комментариях. Лично я считаю, что здесь ничья, потому что у этой есть небольшие неполадки, но огонь хорошо видно. У этой плохо, но нету практически неполадок. Значит, а вы можете решить в комментариях, у кого же лучше. У оператора скрытого, у Кирилла. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, пишите свой креативный комментарий, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новых видео, и всем пока-пока!